Братулечки, всем смачнючий привет, здоровый такой, прям как чапалах вот вам, всем отпускаю. Короче, тут такая музыка. Мы с вами продолжаем, короче, God of War Ragnarok. Завалили, короче, из-под дракона. Да, остановились мы здесь на том, что нам надо махаться замечательным дракошей, добраться до, по-моему... Надо тоже обрушить! Ты обрушим, малый, подожди! Меня сейчас накажут. Бля! Бу! А если копьем? Так копьем же! Сверху, осторожно! Еще один дракон. Пока что мы от него избавились, но надо его выследить. Обязательно. Все, порешали. Ой, тут на вот этих дурачков давай. Хорошо, все. Я-то думал, у нас сейчас будет замес жесточайший, но раз так, то давайте. Мы в той серии с вами побегали, нашли, по-моему... А, вот он, берсерк, сука, мать моя, женщина, нахуй, как я боюсь. Нашли мы с вами что? Нашли замечательного путника. А сейчас нам нужно найти, я так понимаю, замечательного огромного носорога, мать его. Замечательного огромного носорога. Чтобы что? Правильно. Убить его нахуй. Так, подожди. Они вот так стали вот ближе. Мы совсем рядом. Мы совсем рядом, это славно. Так, давайте сюда нам, наверное, судя по всему. За вот этим здоровячком. О! Вы же меня видите? Привет. А, это новая, сука. Я слушаю. 5 часов на север. Потом 2 на восток. Мне сказали, я найду ту долину. Новый дом. Взамен разрушенного Асами. Так, что случилось? Я не могу вспомнить. Я так хотел начать новую жизнь. Ты помнишь что-нибудь, что поможет найти вторую половину песочных часов? Там было 3 водопада. Я помню, что хотел поселиться рядом с ними. Снова дух, потерявший покой из-за асов. Один, видно, сильно разозлился, когда Фрея бросила его. Одина ничего бы не остановило, поэтому он послал сюда Тора. А что, Фей? Бросила вызов Тору? Или Одину? Кто знает, но мы это выясним, брат. На реакцию проверяем. А сколько же вам надо будет... Ой, бля. О, минус один. Замечательно, минус второй. Вот она. Нахую нам вот она. Честно, вот эти духи, их очень должен много. Должен быть способ перебраться. Мы везде посмотрели. Ты пока, блядь, скажешь, нахуй, я ебу. Один таинственный кристалл. Угу. Ну, вниз.
Так, тут все поподбирать сразу надо бы. Толку, блядь, я сейчас заряжу, он все равно расплавится. Эй, можешь не колотить мной о стены? Я недостаточно с тобой аккуратен. Ну что ты? Ты сама нежность. Если что-то сумело разрушить этот тоннель, оно очень крупное. У любого создания есть свое слабое место. Как, например, у бегемота, у этих носорога бегемота. О! Готовься! Скалодит. Ну, разумеется, клятый ящик! Ой, хорошо. А вот так вот. Ну и что будем делать? Я-то думал, ты уже собрался. О, наконец-то, бля. Хорошо. Хорошо. Бэмс. Так, покажи мне эту лавку свою. Да, попал же я. Так. Ой, как хорошечно. Бомба. Эта тварь не должна была застать нас врасплох. Всегда будь готов к неожиданности, да? Надеюсь, теперь эта тряска прекратится. Может, когда мы закончим все дела в долине, тут наконец-то можно будет поселиться? Ну, хрен знает. Опыта Трея опять нам дается, хотя нам его уже не особо есть куда тратить. В огромном кратере Ванахима мы встретили ящера Скалозуба, подземную тварь, разрушившую множество каменных построек Ванов. Возможно, после гибели этой твари в Ванахиме станет меньше землетрясений. Будем надеяться. С новосельем вас, ребята. Merry Christmas, bitches. Happy New Year. Счастливого Холокоста. Так, все, без осуждений, пожалуйста. Осуждаю, на самом деле, очень сильно это все действие. Существенное ускорение непрерывного восстановления здоровья. Короче, если вот этой херни поднасыпать, очень высокий шанс получить прилив здоровья при каждом успешном убийстве рунической атакой. Если бы живучесть у нас была. Но у нас ее нет, поэтому все. Замнем. Так я же не хил, я. Ой, блядь, ебный мрад, блядь. Пиздец, нахуй, блядь. А, бам-бам-бам-бам. Сундучок там он есть. А как, блядь, подняться?
О, убил. Ха. А как туда попасть? Мазафака. Отсюда попаду, нет? А ладно, в любом случае дойду как-нибудь туда, блядь. Чё я хуйней страдаю? Ой, кристаллики. Так, а когда же нам... Крупный фрагмент, найденный в кратере Ван Хима, в нынешнем состоянии не представляет никакой ценности, после очистки может быть полезен. Угу. Поняли или поняли? Намотали себе на ус. Что ж, увы, это последняя поэма. Напиши свою. Хм. Давненько я не окунал свое перо в чернила поэзии, но... One second. Призрак Цусимы. Плачет гордый клен, трое воинов падают, ветер летит дальше. Да, это же призрак. Да, призрак Востока, призрак Цусимы. Может, снова попробовать? Попробуй, только я читать не буду. Ой, бля, чуть не упал, пиздец. Так как? А, еба. Блядь, хотел суициднуться. Так, 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 так. Ага. Ого. Рататос! Да ну. Бля, сука, какой ты урод. Фу, блядь, отвлекают чуть-чуть эти маленькие росточки. Бля, мать твою, как это кринжово, сука. Сука, а чё нельзя было выше меня сразу респавнить? Короче, я понял. Да, посмотри. Прелесть. Ага. Опа. Ну что, пора идти. Сука. Боже, какая это комбо, какая-то страшная. Чё я раньше не юзал её? Алка! А как? А где? Ну, заморозить-то я не могу, да? Конечно же. А как быть? А где тычинка эта?
Ебать. Надо, блядь, не судьба спуститься, пиздец. Бля, ну она, скорее всего, на ёбаном этом... На ёбаном низу, блядь. Да ну не исполнять, я серьезно, но... А как жить-то дальше? Блять. Давай, я понял. Спасибо, папаша. Наконец-то, блядь. Я же не вижу! Я же затылком она не вижу я! Вошпей! Не вижу ли она затылком она я? Пиздец. Выхода, значится, да? Ух ты! Колодец желаний. Взгляни, брат! Не хочешь искупаться? Красиво. Это замануха какая-то. Слишком большой кристалл там. А, кидать туда нельзя, бомба. Чё-то сейчас, блядь, чё-то сейчас неладное будет. Чую наггетсами. Ну давай, ладно, пойдем. Что это? Неужто пруд понял, что мы разрушили кристалл? Видимо, так. В отличие от остальных миров, земли Ванахейма более живые. Может, он даже рад, что ты уничтожил кристалл? По-моему, ему нужно от нас что-то еще. Может, бросить на него кристалл? Хуя, и что дальше? О, еще кристалл. Лучше оставим его у себя, пока не узнаем, зачем они. Оставим. Так а чё, как? Давай кинем кристалл. А чё, ого, сработало. Смотри, он предложил нам дар. Ого, снаряжение что надо. И осколки кристаллов. Если вернуть их в пруд, мы точно получим награду. Какая удача! Здорово, что мы и так уже их собрали, да? Еба. Руны и живучесть апается восстановление. Восстановление. Броня для рук сразу для него. Да. А чё в Левиафане можно? Топорище. Это нам сейчас типа дали? Походу. Так, а клинки, чё там? Угу. Можно доулучшать. И больше руническая атака будет на этих определенно. Тыльник. Живучесть и защита. Но убираются руны. Не то чтобы очень хотелось. А на Левиафан. Сила, живучесть, удача. А тут сила руны, удача. Можно будет апнуть на руны. Можно будет. Так, подожди, я не понимаю. Все, типа, все сделали, броня. Амулет, что дают там нам? Амулет, наверное, какую-то этот самый. Чары дали, да? Нет? А?
Повышение сопротивления всем негативным эффектам 25%. Это относится к заморозке, горению, ослеплению, оцепенению, отравлению, шоку и биврёсту. Неплохо. Жаль, некуда воткнуть. Угу. Броня хорошая. Получение урона при применении рунической атаки или реликвии частично ускоряет ее восстановление. Ага. То есть пока, допустим, я юзаю руническую атаку, если мне наносит какой-то урон, то у меня ускоряется восстановление этой атаки. Not bad. Можно побаловаться. И чё, еще ты хочешь, да? Кинуть тебе еще? Чё дашь? Ебать, сколько? 300к бабок. Я ебу, 300 тысяч материалов там поднасыпали нам. Ошалеть, бля, чё делается? Может, тут еще какие-то есть эти камни, которые можно поразбивать. Серебро 4К пойдет. Это выход, да? Весна. Время возрождения. Братан! Все олени! Ой, как я скучал по аромату этих цветов. Прости меня, мальчик! Возвращайся уже! Всех оленей собрали, бомба! Вроде это все. Поздравляю. Ты спас 9 миров от гибели в Зарослях. И еще ты вроде как спас мою шкуру. Хотя это вина пакостника. Это не было целью. А мне не важно. Мы вернули оленей. Олень всех времен. А, поговорить с Ратат. А почему? Где тут кодекс, легенды, друзья, наверное, нет? Да нет. Бестиарий, скорее. Вот. Во, Фэй когда-то рассказывала мне об Олене Весны Дайне. Она назвала его мертвым, потому что его время года знаменует собой возрождение природы, которому всегда предшествует смерть. Мысли об этом почему-то меня успокаивают. Ха-ха. Мы молодцы! Как будет время, надо бы заглянуть к Рататоску. Рататоск. Запомнить надо, блядь, что он Рататоск. Тут наверху. Гиляди, тоже выход какой-то есть. Это последний из пропавших схем. Думаю, скоро у тебя появятся новые рукояти. Ага. Большая сила. Рукояти надо сделать, да. Надо будет сделать рукояти однозначно. Так, мы вышли к еде. Надо же. Вышли там, где нам и надо было. Так, ладно, пойдем. Мы еще не все тут обшмонали. О, она сундук еба, конечно, естественно. Рубленый. Ой, светоносный сплав для щита. Какая прелесть. Я обалдею. Так, а куда там та дверь ведет тогда? А, блять, где она нахуй? Вон она. А чё это, типа, бык-крысы? Или это быки, которые из стены являются? А чё закрыто, бля? Пизда. Обидно, может быть, мне вообще. Никто об этом не думал. Так, цели у нас, просьбы жертвы песочницы. Найти вторую половину, да, горящий, на дорогу в логово дракона. Ебать. 200 метров. Так, а в логово дракона нам
просьбы небеса. Бля, логово дракона нам в другую сторону. Хотя Дреки, блин. Пойдем Дреки найдем. Пойдем Дреки найдем. Дреки нам ближе в эту сторону. Ага. Пойдем. Пойдем за Дреки, братцы. Дреки попроще будет нам вынести. Дракон-то ж как-никак. Дракон, ебать, ну, дракон, парни, вы чё, не понимаете, чё это дракон? Так, портал это там, где нас наказали. Глухая ночь равнины, вот нам сюда. Чё случилось? Она вернулась! Ой-ой-ой! Сама ты пидер! Опа-опа-опа-опа-бом-бом-бом! Осторожней, брат! Это биврёв! Да ты чё? Слушай, ой, а типа с ней сейчас до талого драться, да, походу надо. Хилимся, Родотокса вызовем. Ой, опять свалила, да? Сука. Опа. Опа. А, звуковыми. Порешали? Опять? Решила отступить. Умно. Кажется, я знаю, что это за охотница, брат. Асы звали ее неукротимая ярость. Почему так? Семь Иванов, бежавшие от асов, укрылись в этих джунглях. И инхерии отправились за ними. Но именно неукротимая ярость ночами выслеживала их, пока не перебила всех до единого. Они зашли не в те джунгли. А она не просто так отступила. Рататос! Угу. Ну чуть-чуть на самом деле бесит то, что она сваливает все время. Только начинаешь вот наращивать темп, насыпать, и она, тварь, теряется. Это, конечно, так задумано, потому что потом она вообще сойдет с ума и нас быстро раскусит, пополам перекусит. Да, блядь, куда? Мы же здесь везде вроде лазили. Ну ладно, пойдем по следам. Вот где он устроил гнездо. Здесь нам не перебраться. Надо поискать другой.
А какой путь нам-то поискать? Блять, только щит убрал. Да, сюда, все правильно, бомба. Клубника бомба, честно говоря. Снесите этот щит к хуям собачьим, он меня уже кошмарит, блядь. Ну? Или она днем там закрывается из серии? Давай попробуем днем. Сейчас пока помню рукояти проверим. Они не очень, но все равно куплю. Еще один кристалл для пруда. Так кристалл для пруда, я же заебу сейчас нахуй вообще бабки тратить. Зарядите меч, чтобы пожертвовать здоровьем, нанесите урон в зависимости от размера жертвы. Да ну не, неинтересно, чувак. Неинтересно, продать артефакты. Все давай. Броня... Улучшить давайте попробуем, наверное. Хотя из драконьей чешуи можно попробовать сделать. Блоки и парирование постепенно повышают силу и защиту, обновляйте при получении урона. Понял. Упавшие звезды, нахуй. Упавшие нахуй просто. Двадцатка. Двадцатка, братцы. Подходит. Рукоять, точно помню, для клинков хаоса у нас есть какая-то хорошая, нет? Вот эти вот, силу воруют. А ну давай, лучше. Убавляет силу на 11, руна увеличивает на 14, не знаю, спорный вопрос. Тыльник. Невесомого восстановления. Такое себе удовольствие. Давайте попробуем броню добить до конца. Путеводный свет, упавшая звезда. Во. У-ху! Шикарно! Подходишь так. Упавшие браслеты, упавшие звезды. А чё? Божественный пепел. А-а-а! А где она? Нам пояс не дали. Не гони. Нам не дали пояс. Упавшей звезды, ну. Нету. Упавшей звезды нет пояса. Бомба, ракета, петарда, честно говоря. Да что с тобой говорить, не наговорилась еще. С Рататоском нужно поговорить по поводу оленей, помню точно. А потом поменять ночь на день, день на ночь и шатануть динозавра драки, который... Какая прелесть. Дома. Лучше поздно, чем никогда. Прекрасно! Дендрологическая катастрофа девяти мирам больше не грозит. Уж и не знаю, как вас благодарить. Может, хотя бы этим? Спесивец считает, будто избежал наказания, потому что вы исправили его ошибку.
Конечно, он глубоко ошибается. Его ждут серьезные неприятности, как только я придумаю, как наказать кого-то с таким совершенно непробиваемым самомнением. Угу. Каркас прерывания. Вызвать стихийную бурю при прерывании атаки с двойным синим кольцом. Двойное нажатие или парирование. Угу. Но тут тоже руны есть. Просто этот каркас на восстановление, а этот дает удачи немножко. Наверное, можно бы. Можно бы поставить каркас прерывания. Так, лавка. Есть минутка, чтобы обсудить еще одно важное дело. Так ты всегда был неестественно огромной бессмертной белкой, или... Мою красоту забыл упомянуть. Нет, когда-то я был обычной белкой. Такого же размера, как эти мои призрачные двойники. Я был заурядным. Однажды я попался хищнику, и тот день должен был стать концом моей и так недолгой жизни. Но я наткнулся на древо. А у древа были другие планы на такое незначительное существо, как я. Но я слишком долго о себе болтаю. Я оставлю вас, господин Кратос. Добро. Прощайте, мастер Кратос и соратники. Будь здоров. Неплохо. Значит, белка должна была помереть, но не померла. Опять в кратер? Мы нужны этому миру. Сейдер до сих пор в кратере. Надо их упокоить. Было что-то еще. Подозреваю, что есть гораздо больше духов, ставших свидетелями разрушения. Хватит слов. Там мне чуть-чуть страшно становится от этих духов уже, ребят. Их реально овер до хуя. Светоносный сплав есть, можем апнуть. Давай. Убийственно. Угу. Ой, можно этот каркас. Жестко. Жестко, бля, пиздец. Очень страшно. Давай отнимем на все. Убийственно. Короче, убирает от восстановления, дает удачи немножко. Но тут шанс, зависящий от удачи, вызвать стихийную бурю. Давайте попробуем. Побегаем, походим, посмотрим, что почем. Ой, тыльник можно улучшить. Давайте все поулучшаем, если рукояти тыльники можем сделать, чё бы нет. Да, хуй мне, я понял. Убирает живучесть, но добавляет в руны. Ну да, живучесть, откровенно говоря, слабая у нас довольно-таки. Ладно, пойдем пока. Да, но это в этом. В логове Дреки, судя по всему, да? Пойдем. А, сука, нельзя спуститься. Где может спуститься? Старый мира, мне выбрать. Куда пиздец, бра. А как открыть дверь, бля?
Сука. А как открыть, блядь, двери, нахуй? Так, нет, все-таки надо ночью что-то делать. Надо что-то суетить ночью. С этой шухляткой. Блять, показалось, что там какой-то олень стоит. А как пройти там? Как открыть? Так. Если мы не можем пробежать туда, может мы можем туда проплыть? Может надо плыть как-то, блядь. Я не знаю, как мы же везде плыли. О, а чё это? А чё это такое? А это чё, блядь? Ах, сука, иди сюда, нахуй, иди, лодка, блядь. Мне интересно с тобой вообще драться. Пойдем. А ну, собака, блядь. Иди сюда. Кудой там нам надо? Паскуда, осторожно, тварь. Брат, мы сами идем навстречу битве. Этот Дрейки вряд ли просто даст нам пройти мимо. Справишься? Мы бились с Вальпирией. Что нам какой-то Дрейки? Сейчас пока помню, бам-бам-бам, руны призы, соколы полетели. Фу на тебя, мерзость. Да ну! Пиздец, ударь же ты, ёбаный рот, нахуй. Закрывается, стоит. Сука, из законченного просто какого-то яда. Пизда, почему ты такой больной? Тварь.
Даже я почувствовал. Сука. Я скучаю по тем добрым драконам из Мидгарда. Думаю, драконов осталось совсем немного. Не нужно думать, нужно знать. Ну так чего же мы ждем? Очистили немного землю от этой гадкой поросли. Так, где-то еще должен был быть кристальчик, по-моему. Тут мы спустились. Нет, не было здесь. Досадненько. Ну ладно. Что такое-то? Я наконец смогу быть. Пусть даже и Фольман. Теперь я смогу помириться со своим другом. Сначала расскажи, что знаешь. Битва. Яростней, которой я никогда не видел. Помню лязг и блеск металла на солнце. У Тора был его молот, а у его противницы диковинный топор. Этот топор, он был у рыжей воительницы? Да, он самый. Как мастерски она наносила им удары. С какой силой? Прежде ни одно оружие не могло сравниться с Мьёльниром. Но этот топор и его хозяйка. Тор сражался не на жизнь, а на смерть. Значит, Фэй билась с Тором в этой долине. Не просто билась. Похоже, мама его одолела. Похоже, я многого о ней не знал. А теперь ее нет. Может быть. Но ее история здесь не окончена. Наверное, да. Светоносный сплав еще. Бомба, ракета, петарда. Здесь мы все. Разлом Игдрасиля вот этот у нас остался. Прекрасненький. И где-то мы одну легенду проебали. Колец желаний. Колец. Властелин колодец желаний. Колодца. Тут ничего нет, да? Ни легенды никакой, которую мы где-то проебали. Ничего нет. Ну, пойдем. Или, может, даже не пойдем. Нужно нам разлом, наверное, закрыть. И идти шатать дракона. Но этим, дружочки, мы с вами займемся в следующей серии. А пока подписываемся на канал, ставим лайк, если понравилось, не ставим лайк, если не понравилось. Колокольчики на все уведомления прожимаем, чтобы не пропустить следующую серию. Сплетни, комментарии, обсуждения, советы, все внизу, пожалуйста, пишем, не забываем. Плейлист с прохождением игры будет в описании под этим видео, вместе с ссылочками на поддержку канала. Всех обнял, всем удачи, всем пока.
The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.